Кружковая работа в Доме творчества помогает подрастающему поколению развить творческие навыки и реализовать свои способности. На различных кружках в предновогоднее время дети мастерят сувениры и подарки. Если подарок сделан своими руками, это оригинально всегда. Это не то, что пошли в магазине и купили где-то китайское или какое-то другое. Свои дети сделали своими руками, если подарили своим родителям, я думаю, это очень приятно родителям, что ребенок сделал их для себя и подарил маме и папе. На мастер-классах всех желающих могут научить делать необычную новогоднюю елку, которая может стать как оригинальным оформлением праздничного стола, так и сладким подарком. Для изготовления новогодней елочки нам нужен картон, самый обыкновенный. Берем с картона, делаем конус. Размер картона зависит от того, какой высоты елку вы хотите сделать. Края картона нужно закрепить скотчем, чтобы конус не разошелся. Затем определяем высоту первого слоя конфет, которая крепится на полоску двустороннего скотча. И когда у нас определена высота конфет, мы каждую конфетку по очереди прикрепляем. Для того, чтобы конфетки не отпадали, детям легче всего его закрепить не горячим клеем, а обыкновенным узким скотчем. Для этого мы берем скотчем и вот это делаем крепеж. Когда мы сделали этот крепеж, мы определяем следующий слой. Лучше всего для дизайна сладкой елки использовать конфеты разных цветов. При желании и возможности можно выложить очередность радуги. Или, как в представленном варианте, использовать классические новогодние цвета – красный и зеленый. Чередуем зеленый, чередуем красный слой. И до конца в такой же технологии будем делать крепеж елочки. Когда елочка будет уже иметь форму, конечно, любая елочка должна иметь макушку. Для этого мы можем самодельно изготовить звездочку или что-нибудь другое. Задекорировать конфетную елку можно мишурой или другими украшениями на ваше усмотрение. В чем получается преимущество этой конфеты и подачи на новогодний стол конфет? Что они долго стоят, они имеют внешний вид, и каждый из гостей за новогодним столом уже желает эту конфетку взять. Видите, как легко ее взять и снять с нашей елочки. И в то же время елочка получается у нас целый праздник, будет стоять на столе и придавать нам праздничное настроение.